Приветствую всех, с вами Маркелов Борис. И сегодня разговор пойдет, как я, рифовод паршивый, приглашаю людей в проекты. Завожу обманным способом. Ребята, давно этим способом не пользуюсь, потому что мы работаем непосредственно по методике приглашения, приглашая. То есть наш бизнес экологичен, и наши приглашения экологичны. Я никого не уговариваю, поверьте. Люди приходят сами. Люди принимают решения сами. У меня нет проблем с приглашениями. Как это рассыпают всякие разные товарищи по интернету и рассказывают: ты не умеешь приглашать, мы решим проблему с твоими приглашениями в любой проект. Ну, а потом заканчивается, что чем? Заплатите здесь, а кому это надо? Вы думаете, что каждый человек должен зайти в ваш проект, вы должны получить 100 партнеров, 200, миллион? Да нет. На самом деле все намного проще. Достаточно 3-5 человек активных, которые вам сделают ваш бизнес в интернете. Проверено. Проверено на себе и проверено годами. Поэтому я никого не приглашаю, я никого не уговариваю. Мне это не нужно. А если мне это не нужно, значит и вам это не нужно. Итак, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, дизлайк, пишите, какой я плохой. И я знаю, что деньги в интернете есть, и их можно здесь заработать столько, сколько вы хотите. Всем привет!